Здорово, игроманьяки! С вами Джейсон, канал True Maniac Games. Мы играем в Ведьмака. Как ни странно. В общем, я нашел украденное сокровище. Спрятанное сокровище. Приданное. Нужно прочитать письмо. Как это обычно бывает. Что же там написано? Пишу тебе это письмо из свадебного путешествия. Немножко иначе я себе это представляла. Ну так что же, надо ведь быть довольной тем, что есть. Я его вышлю, как только приеду на место. Начну с того, что тебя больше всего интересует, то есть денег. Как ты, наверное, заметил, немного крон пропало из твоего сундука. В буфете не хватает пары серебряных ложек, а в шкатулке у мамы стало меньше украшений. Я это взяла себе в приданное, наверняка меньше, чем вы бы мне дали, если бы я только нашла достойного кандидата. Ну, так такая жизнь. Курт, или как вы его называете, гладранец, хлыщень, молокосос, теперь мой муж. Я бесценная невинность твоей доченьки, которая тебя больше интересовала, чем все ее чувства, мольбы и слезы, теперь уже только воспоминания. Скоро мы будем на месте, конечно, я тебе не скажу, где именно, то ты еще захочешь приехать с визитом. Во всяком случае, я думаю, что мы неплохо устроимся за твое серебро. Это важно, ведь я жду ребенка. Ты рад? Наверное, нет. Ты же всегда говорил, что у неравных браков родятся только безродные шавки и гниды, так что хорошо, что тебе придется... Не придется его видеть. Твоя доченька Жанетта. Вот так вот Жанетта плюнула в душу своему отцу. Нормально? Покончим с этим. Эй, уважаемый. Кавабанга! А куда ты его так попал? Он плюется еще. А куда ты? Хам. Просто, блин, хам. Я, в общем, сокровище хотел открыть. Вот вам и квесты, пожалуйста. Откуда ни возьмись, прилетел Василиск, нагнал страху и получил по морде. Наглая птица. Так, синька, конечно, здорово. Энерго 65 вообще замечательно. Но у меня все как-то получше будет. Так, хорошо. Давайте с вами тогда к следующему вопросительному. Наверное, вот к этому. Или к этому. Или к этому. Давайте к этому, потом наверх. Латва! Испугалась бедненькая. Испугалась маленькая. Ну ничего, ничего. Все покончено, проклятый Василиск был повержен. А здесь у нас утопцы. Ну что, паскуда? Колбасит его, как его колбасит. Брейкданс просто какой-то. Так, еще одно письмецо, заляпанное кровью. Кровь я остановил, теперь надо собраться с мыслями. Пока собирался с мыслями, видать, помер. Я бы мог сходить за помощью. Деревня далеко, слышно, как собаки лают. Бла-бла-бла, я потерял квартал крови. Осталось только молиться, чтобы никто не увидел следов, которые я оставил. И не пошел...
покровище к сокровищам. А да, сюда ведь никто не заходит, все будет хорошо. Вообще, все отлично, мужик сдох. Так, смотрим. Кровь. Опять кровь. Где-то здесь. Серебро, шелк. Охотник за головами. Что за охотник за головами? 31 уровень. Пробитие доспеха 33%. Дополнительный урон при критическом уроне. Ударе 48%. И шанс крита 6%. Минус 11. Это стальное оружие. Не-не-не-не-не. Ну не знаю, стоит оно того. Наверное, не стоит. Хотя 50% по крите, это, конечно, вообще неплохо, ни хрена. Ладно, давайте следующую отметочку. Наверх пойдем. Плотва. Испугалась маленькая. Не бойся, это боевой конь. Или... Ой, туманник. Туманник мне точно еще сейчас ни к чему. И здесь у нас еще одно сокровище. И водяная баба его стережет. Тренер. Ты, блин, чё, прикалываешься? Обалдеть. Не попался я. Я в контузу. Зашибись. Да уж. Так, кто здесь, бедняжка? Ключ и смятая записка. У всех записки. У каждого второго. Каждый пишет и умирает, пишет и умирает. Бедные, мне их даже жаль. Ты тоже думал, что все будет хорошо? О, я всегда говорил, что Милуш умный пес. Столько он слов понимает. Не всякий человек столько знает. Команды выполняет. Самые разные. Сидит, стережет. И если дать им колбасную шкуру, он и лапу подает. Ну а сегодня... Он превзошел сам себя. Что-то нашел, наверное, да? Только тревожит меня немножко эта кровь на кошельке. Но я возьму дубину потолще. Ежели как лихо выползет из кустов, отгоню. Раз живьем. А кто не рискует, тот и не живет. Короче, он пошел по следам сокровища. И тут его и положили. Кочерга. Кочерга, дескать, немножко не то. Следы, следы крови, крови, следы. Вот сундук. Заложили-то, заложили. Арбалет, сапоги. Еще сапоги. Шкур белого медведя, да, кто-то спрятал. Так, смотрим. Что за обувная фабрика? Так, мужчине. Ну, кстати, лучше, чем мои, в принципе. Не намного, но лучше. Ладно, надену. Эти хуже. Арбалет. Арбалет тоже хуже. Хо-хо-хо, еще один арбалет. Отлично. Так. А этот арбалет тоже хуже. Вот так вот деньги-то надо делать. По сокровищам полазил немножко и все. И считай богат. И доволен собой. Да, конечно, вы прекрасно понимаете, что эта игра рассчитана на то, что мы будем балансировать между сюжеткой и дополнительными заданиями тем самым
растянем себе удовольствие на много-много-много часов. Ах, как гнусный же дым. Не знаю, чудовище. Так, огнелес он это. Он же взрывается, да. Давай, 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 давай. Делай бабах. Заложил, отбежал и ништячком. Платва, ты все прекрасно понимаешь. Я надеюсь, гнильцов больше мы не увидим. Давай, Платвень. А здесь ведь кто-то мог жить. Но гнездо чудовищ я уничтожил. И если бы здесь кто-то мог жить, они бы, наверное, вернулись. Давайте проверим еще парочку мест. Эх, выжили мы из Ведьмака все соки. И я думаю, уже скоро нам придется заканчивать Ведьмака. Но благо скоро выходит Бэтмен. Буквально через неделю. Во вторник выходит Бэтмен. Придержи. И начнется не менее увлекательное приключение. Конечно, не такое, как Ведьмак. Но тоже, я думаю, будет интересно. Нахеры! Конечно, знаю, что их называют нахеры. Но... нахеры прикольно. Это вход в нору нахеров. А, да, я ж забыл. После взрыва их можно лутать. Точно-точно. Оно бабахнуло, когда. С него можно извлечь кучу ингредиентов. Это весьма неплохо. Стрекочет здесь. Так, здесь еще рядышком было какое-то место. А вот это место было под вопросом. Туда мы с вами и направимся. Какое-то немаленькое такое поселение, не поселение, но что-то построили. Давай, давай, Геральт, давай, вы почти уже. Кто здесь живет? Здесь живут. Какие твари здесь живут. Боитесь огня, я знаю. Арахноиды! Ядовитые твари, от них аж испарение ходят. Пополз куда-то. Куда пополз-то? Ладно, не будем на вас обращать внимание. Посмотрим, что у нас здесь внутри. Медальон дрожит. Значит, что-то здесь по-любому есть. А если мы зачистим, интересно, вернутся ли сюда люди? Ну что, паскуда? Что ты там? Ух, нихера. Так бы сразу. Ну не уверен, что вернутся, а вдруг... будет здорово. То людям, я смотрю, здесь жить-то совсем негде. Кто-то кого-то ел, бедная лошадка. Записка. Что-то не по-русски. Так, смотрим, что мы там подобрали. Совсем. Книга обгорела, осталось только несколько страниц. Ой-ой-ой, фу-фу-фу-фу. Паутина. Здесь кто-то поселился. Гнездо чудовищ.
Фу-фу-фу-фу. Ух ты, гарпии. Вообще не ожидал. Кого не ожидал, так это гарпии увидеть. Ладно, их можно сдувать просто и все. Попадали, попадали. Ой-ё. За вас упал, блин. Маленькие дряди. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Мечик, мечик спрятал. А, еще одна. Замедлилось время. Бум. Все. Быстренько. Я заметил. Мирстичком. Зашибись. А здесь что? Письмо Шурину и чертеж школы Грифона. Стальной меч. Любопытно. Показания ведьмака Георга. Чем дальше, тем интереснее. Так, записки. Шурин, ведьма хороший мужик был. Сперва баронету помог с морским маяком разобраться, а потом того дракона убил, что мужиков жрал. Я собрал еще у ведьмака какие-то баклажки, но они в дороге побиться могут, так что я сам... Попробую всю эту ведьмачью выпивку за успех наших будущих дел. И помер, собственно. А он что, его ограбил, что ли? Ну так вот, пришлось мне одним ведьмаком заниматься, чтобы был уже одной ногой в могиле. Бедолага в огонь мучается, я сам думаю, что верно ему все... Это оснащение, да и бумаженцы ни к чему. Ну, понятно, он ведьмака при смерти нашел и ограбил. Так, так, так. Полуденница. Так, так, так. Ничего себе, какая официальная бумага. Ну и все нам, я так понимаю, здесь больше ловить нечего. Печальная история про ведьмака. Можно еще, кстати, залезть повыше. Здесь еще пара трупов. И все, больше ничего интересного. Жалость какая. Я думал, сейчас найду что-нибудь вкусненькое. Но, видимо, нет. Ладно, спускаемся, ищем еще что-либо. И еще одно неизвестное местечко, где нас ждет скальный тролль. Как-то неожиданно. Но вроде как не нападает. А вот Найкер нападает. Это засада? Не, ну, момент. Я, видимо, здесь уже бывал. Или не бывал. По квесту мы сюда ходили. Ну, по крайней мере, пещера горит как от... отмеченная, то есть здесь я уже был. Ну и сундуки пустые. Нет, сюда нам точно не надо. Странно. Хорошо, давайте еще одну найдем тогда. Точку. Здесь где-то недалеко еще что-то было.
А вот это поселение, я хотел проверить, что за такое поселение и что там можно найти. Я бегу, бегу, бегу по городу, бегу, бегу по улице, бегу, бегу, я обязательно тебя найду, так. А это что за деревенька? Известное мне место или нет? Люди здесь есть? Какая-то. Когда зажали их между огней. Из лесу рысью кавалерии. От болот не хуже. Ну да, бывал я здесь. Плотва. Плотва, как всегда. Рядом рестница никогда не может. Это не баронские люди. Плотва. Еще бы миску молока через порог. Тогда шевелись, плотва. Все, погнали. Задержался я тут с вами. Лагерь чей-то лагерь. Такой укрепленный лагерь-то. А где входка? Дьяволова. Яма. Лагерь бандитов. Открывай! Тут, блин, целый город бандитов. Дезертир. Придется всех уничтожить. Давай, мужики, налетай. А вы где? В верхах, что ли? Ой, да ладно. Ой, да ладно. Ты прям скажешь тоже. Не, ну прям яма, прям. Ой-ой-ой, тут главное не навернуться сейчас. Это будет очень неприятно. Поросятки тут похрюкивают. У вас где-то тут что-то припасено такое добрецкое. Дайте это. Чего? И кто это? Кто им текст написал? Ё-моё. Я в шоке. Такие просто фразы выворачивают. Так, что-то за меч. Меч вот этот вот. Ну да, не очень меч. Здесь сожженные тела. Может, местные. Местные жители, бедняги. Нет, тут припасов здесь, я так смотрю, это обалдеть какое количество. Не. Вообще проход есть. Но открывать не хотят. Гори, гори, ясно. Не, не хотят. Странно. Хотя не странно, может быть, оно-то так и надо. Внизу там еще что-то горит. Может, просто их всех убить? Вы все здесь сдохли? Нет еще? И там наверху же были еще товарищи. Может, когда я всех убью, что-то изменится? Ага. Быть что-то... помешанные на яйцах, походу, мужики. Да, я такой. Блин, такое богатое селение. И... что-то все закрыто, блин. Даже ключ здесь, ну, как бы, неприменим. Да уж.
Ну, смотри, такой нехило они тут обустроились. И это место я все зачистил, и... Даже мне никто за это спасибо не скажет. Судя по всему. Обидно. Я еще с другой стороны оббегу, на всякий случай. Оф-оф. Здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Жалко. А сюда могли бы заехать крестьяне и жить себе здесь спокойно, в принципе. Странно. Больше ничего здесь нет. Ну да, открытый мир, мать твою, все двери закрыты. Мир-то открытый, а двери все закрыты. Так, что мы еще можем с вами посмотреть? Недалеко. В принципе, здесь много точек. Не думаю, что что-то стоящее там будет, но поехали посмотрим. Сейчас последнюю точку с вами посмотрим и закончим на этом серию. Волки мне ни в коем разе не интересны. Здесь у нас спрятанное сокровище. И аргули. Не аргули, а альгули. Целая одна альгуля. Что-то там как-то он хитро называется — объятие проклятого. Зловещее название такое, но можно продать неплохо. Но остальное все, как мы видим, хуже, чем у меня. Ну что, еще одну точку. Где там чего рядышком? Тут аж две точки рядышком. И все совсем прям рядышком. Можно пешочком даже дойти. Ну не удивлюсь, дам опять какие-нибудь. Вот, вот, пожалуйста, поселение можно очистить. Пару утопсов и еще пару стен. Возвращайтесь, люди. Так, человечки вернулись. Глазки у Геральта заблестели. Я видел тебя в вези. И ни одного ребятенка не похитите в обмен на помощь? Нет. Здесь вот где-то можно было зато сокровище надыбыть. Вон я прям вижу. Мужик жжет. Патла у тебя, говорит, как творог белый, я бы творогу поел. Поел. Несчастный случай. Так, так, так. Что там произошло? Так, лодки, бла-бла-бла. Лихо живет на дне. Он-то хотел выловить, а тут лихо живет. Сейчас меня будут топить. Ага. Ихтиандр херов. Свинцовую свечку тебе. Так, момент. Ну вот и все. Выплываем, смотрим на меч. И прощаемся с вами, уважаемые игроманьяки. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, что мы здесь имеем. Ну, ничего особенного, к сожалению, это я даже выброшу.
С вами был Джейсон, канал True Money Games, игры от настоящих маньяков. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.